Артур Гусейнов – жесткий ударник, который опасен для любого бойца. Александр Шельменко – очень сильный боец. Хотелось бы, как лучшим ударником, с ним подраться. Любой эксперт скажет, что этот бой не будет скучным. Вряд ли этот бой продлится всю дистанцию. Я готов драться. Ударка, борьба, без разницы. Никогда в такой форме я не был, как сейчас. Я Шторм, он Торнадо. Как и Артур, я соглашаюсь на любого соперника. Я не выбираю и не выпрашиваю себе попроще. Когда Торнадо и Шторм сойдутся, что может быть? Это зрелище будет, и люди будут довольны. Что в Сибири, что на Кавказе, живут сильные духом и телом люди. Главный бой вечера – это большая ответственность. Я хочу полностью выложиться в этом бою. Надо смотреть на эти искры. Вы знаете, что я никогда вас не подводил и всегда показывал супер жесткое зрелище.